Всем привет. Продолжаем проходить Last Fight. Только что я убил босса, который падший, проклятый Манфред. Вот, и после него дадут двойной прыжок. Помогло мне его убить прокачка, и просто вот на тоненького я его затащил, потратив все лечилки. Поехали дальше. Вот он, гад, лежит. Так, зараженное сердце Никрукса. Тьма несет в себе непрекращающуюся борьбу за власть. Еще больше тайн сокрывалось от глаз людских, пока не осталось лишь нечто отдаленно похожее на человека. Замороженное, изуродованное, пытающееся еще раз заглянуть в колодец. 30 тысяч до него дали. Хорошо. Он вот здесь, да? Небесная личинка. Я чувствую надвигающуюся на меня тень с небес. Оскверненный воздух с едва умолимым, уловимым присутствием. Их воля божественна превыше всего остального. Я стремлюсь к пониманию желаний владык, чтобы присягнуть на верность к космосу. Конечно, я готов заплатить за это любую цену. Я готов на все. Нажимайте А, находясь в воздухе для второго прыжка. Ура! Наконец-то! Я уже думал, его никогда не дадут. Бля, какие крылья-то здоровенные. Могли бы поскромнее нарисовать. Чё, у меня сразу в жизни добавились? Ладно. Не суть. Так, еще выше. Там уже все, да? Тупик. Я не совсем понимаю, где я оказался вообще. Хотя... Да ладно, ну вот как? За подстава, а? Я смотрю, там эта тварь крылатая летает. Ну, что-то вот такое прям знакомое. Когда-то я уже там бывал. Сразу убил. Так. Вот здесь был проход, куда я не мог добраться. Подожди. Вот здесь тогда что? Я только что отсюда спустился. А почему они показали мне это, как будто я тут еще не был? Здесь же проход. Ладно. Это не совсем... Да, тихо ты. Ладно, в принципе, здесь это вроде все зачистил. Так, да по прямой, слушай, сейчас вот прям так и идем. Там будет вопрос, который я отмечал. Отсюда еще выше. Начинается. Трудности платформинга, как обычно. Почему я первый раз по ней не попал? Странно. Здесь я должен зацепиться. Вот. Ну хотя бы так. Сейчас, скорее всего, на местах этих вопросиков мы понаберем много разных вот этих камней, все что-то. Так, теперь вниз надо идти, вот сюда запрыгнуть.
Потом и там бы не мешало пройти. Вообще, как-то надо это все по порядку. Так, мы отсюда пойдем вниз и потом здесь вот спустимся. Мне еще ниже надо. Где-то тут. Отсюда вниз. Так, а почему? Почему я здесь вообще вопрос поставил? Я же здесь смог добраться. Да ладно, угомонись. Да, здесь можно убирать метку. Ну, пойдем тогда. Куда там ближе к первой локации надо двигать? Угу. Ой, там тетка летает, опасно. С ней бы надо. Да. Серьезно. Да он так и будет тебя бить. Все. Не будем на них останавливаться. А то это надолго. Сейчас все зачищать. Это... очень много времени займет. Так, ладно. Короче, идем на костер. Двигаем в первую локацию. Ну или примерно так. Так, давай смотреть, наверное, да? Это все. Это еще рано. Сюда. Ну, вот здесь тоже все. Я не знаю, может быть, конечно, я отсюда и взял когда-то ключ. Давай проверим. Но мне кажется, все. Возле костра этот вопрос быстренько возьму. Вон и порошок. Ну, они сейчас вот так и будут, в принципе, давать все это дело. По чуть-чуть. Какими-то. Я же в основном отмечал места, которые просто запрыгнуть не мог. Так, так, так. Кстати, прокачка для оружия валялась где-то вот в этом районе. И ты, тын, 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 тын. Где это все? Вот. Начнем отсюда. Понятно. Классика. Теперь... пойдем вот отсюда наверх, вот к этому вопросу. Долго, кстати, идти придется. Бля, быстрее-то никак. Но потом надо по всему верху пройтись в синей локации. Ладно. Не хотелось бы ничего пропустить, каких-то боссов секретных, может быть, оружие какое-то интересное. Так, отсюда, по левой стороне. Ну, сейчас, в принципе, у меня большинство мобов будет убиваться с одного удара, так что я особо тут не переживаю. Просто, ну, это беготня, это время. Ну, в этом-то и заключается весь прикол Метроидвани. По 700 у меня урона. Отлично. Так. Ну вот новые комнатки пошли.
толпой прям. Толпой можно месить их. Все-таки хорошее оружие. Ой-ой-ой-ой-ой. Так-так, подождите. Дайте время. Ну вот опять же его, эта анимация дурацкая, из-за которой я страдал на этом боссе. Предыдущем. Дай-ка мы полечимся. Неизвестно, сколько волн еще надо пережить. Но я думаю, что это последнее. Ожог — штука опасна. Все. Ну и сразу полечимся. Может, пилюльки? Ладно, давай пилюльку одну съедим. Не хотелось бы, конечно, их тратить. Ладно. Так. Я помню, как-то одну зажигал такую могилу. Что это дает? Ну, видимо, к боссу какая-то дорога. Это мы, видимо, позже узнаем. Так, тут все. Теперь. Не разбиться бы. Сейчас можно вот 100% карты открывать. Прямо вот этих вот маленькие пиксели, которые не докрашены. Ну, я не знаю, стоит ли сейчас действительно с этим заморачиваться. Так, чисто ради ачивки какой-то. Все, пошли вниз. Сюда, выше. А сейчас по прямой. Не сюда. Давно не играл, карту забыл. Совершенно. Подожди, я там что-то не взял, что ли? А, уже поздно, да? Так, ну ладно. Так, вот здесь, возможно, прыжки помогут. Чтобы закрасить прям всю карту. Жалко, нельзя второй раз прыгнуть. А, подожди. Вот. Я тебе или сюда достаю. Чтобы взять аптечку. Понятно. А как тогда вот эту часть закрасить все? Ты не достанешь в любом случае. Ладно, не суть. Мне надо все равно дальше. Дальше и вперед. И там еще будет прыжок, по-моему, какой-то. Ой. Тебе даже крюк особо не нужен. Хотя. Я думаю, за сегодня большинство этих знаков вопроса я успею закрасить. Ну, в смысле, открыть. Или очистить, кому как удобней. Так. Отсюда еще выше. А, я помню это, да-да-да, проход какой-то. Дальше ведет локация. Кстати, тут мобы сильнее стали. Вот в этом участке. Хотя эта локация вообще вторая открывается. Затянусь.
А как здесь быть? Как дотянуться-то до сюда? Кажется, понял. Да ладно. Так, ну меня ведут выше и выше, но давай сначала вот здесь пройдем. Сначала пройдем по низу. Я скорее, да, я там умру по-любому. Я прям вижу туман. Да. Вот как раз его только-только закрасило. Так, а мне выше надо еще. Там было куда прыгать-то? Что-то я не очень уверен. Ага. О! Так. Тут надо вот так и вот так же делать, правильно? Почему не получается? Оттолкнуться, может быть, от врага надо? Узнать бы последовательность. Ну, типа... Ладно, сейчас наугад будем. Чего не допрыгнул? Вот почему он не допрыгивает? Когда-то он цепляется за эти вещи, когда-то совсем не хочет. Понятно. Ладно, хотя бы он умер и не будет мне мешать. О, подожди. Вот оно. Нерожденный. Так, ну тут... да даже и не так, серьезно. Как до туда добраться-то? О, запрыгнул, наконец. Так. Вот я совершенно не понимаю, что там находится. Понятно. Там еще проход. И теперь у меня там 45 тысяч валяется. Сколько бежать через всю локацию. Ладно, я хотя бы знаю, что делать. Тут подстава. Вот вечно тут проблемы какие-то с обрывами. Ты просто не понимаешь, что там внизу. Тебя это убьет или нет. Просто падаешь постоянно наобум. И как правило, ну процентах 80, наверное, ты дохнешь. Ну просто, ну я не знаю, лишний раз дает тебе повод сбегать еще раз вот туда. Зачем так делать, я не понял. Я со второй прыгал или с первой? Ясно. Можно один раз заработать, кстати.
Нет уж, я туда не пойду. Дотянулся. 6000 дали. Хотя я не знаю, зачем мне сейчас деньги уже. По идее, все, что надо, я уже себе нафармил. Так, отсюда, сюда, отсюда, вот так. И двойной прыжок, дотянулся, хорошо. Так, еще раз. Делаем то же самое. А вот здесь, зачем этот крючок? Чтоб ты в последнюю секунду успел зацепиться или что? О, чаки. Чаки прикольные. Так, вот бабки не очень, кстати. Они вроде тьму накладывают или что-то такое. А, тут одна бабка, одна тетка. Понятно. Вообще не понимаю, что происходит. Но мое оружие периодически их глушит. Хорошо. Так, здоровье, да. Понятно. Спасибо, не особо надо. Ну. Короче, я не зря сюда хожу. Еще должна быть четвертая точка. Могила это 4. Теперь через эту всю кашу обратно возвращаться. Идти надо будет вот сюда. Скорее всего, там зажигается последняя четвертая могила. Потому что... А где еще? И не локации, тут все. Ну ладно, тогда... Наверняка после зажженных этих 4 могил там будет босс. Вот его будем тренировать. Боссов там что-то у меня еще осталось, по-моему. Не, подожди, давай безопасней. Пойдем. Боссов там у меня осталось, по-моему, штук 6 где-то так. Может поменьше. Например. Ну-ка, подожди. Просто чтобы подзакрасить карту. Типа того. А, это не та. Ладно. Так, отсюда. Да ладно, ты не ори. На костерок бы, наверное, сходить, прокачаться. Да что-то бегать сейчас к боссу 62 тысячи душ иметь. Такое. Так, давай на костер. Может, пару уровней у меня еще хватит деньжат поднять. Так, сколько это по ним повышает у меня? А все, да?
За три уровня я поднимаю только одну единицу здоровья своего. Бред какой. Давай тогда хп качать. Так же до 70, я не знаю. Ой, бабке нужно дать этого зародыша. А то может уже и парочку. Хорошо. А, все. Ну, половину почти я собрал. Наверное, она будет боссом, когда я соберу всех. Так, давай-ка мы... Ой, на этого. Но манф, правда, потратился. Давай-ка мы докупим. Сколько? 40 штук. Не, давай на все, наверное. Неизвестно, сколько я буду сидеть со следующим боссом. Вот так. Тут еще, конечно, локаций. Охо-хо. Продолжительность. Там, где стоят вопросы, может быть еще одна локация, запросто. А может и еще одна. Так. Слушай, а мне в серую вообще надо? Так-то. Из серой попадать в синюю. Да? Ну точно. Что-то я неправильно посчитал тут. Так, просто очень легко сейчас в такой карте запутаться. Так, отсюда вниз. Интересно, стоит ли стенки разбивать? Пытаться наверху. Ну, типа с двойным прыжком. Как в Hollow Knight. Или это не имеет смысла? Так, вниз еще. И еще. И вот так. Главное мне ударить первым. Тогда сразу ваншот. Так, отсюда еще ниже. А! А, ну, меня не убивает. Падение с высоты, это хорошо. Я же думал, сейчас как подохну. Так, давай, отсюда сюда, выше. А двойного прыжка я давно ждал. Они могли бы его и, кстати, раньше дать. Обычно в играх двойной прыжок, ну... Чуть раньше середины, наверное, дает. Так. Можно вот туда пойти. Чтобы еще где-то оказаться. А куда ведет этот лифт? Угу. Тоже локация, кстати. Там много вообще этих двойных прыжков. Я помню ее. А, вот здесь можно. Ну, вот опять боевая комната. И будет у нас четвертая
четвертая могила загорится. Они прям злые какие-то. Сильно бьют. Вот этих я, слава богу, запомнил, как убивать. Это все? Разные бомбы понадавали. Понятно. Да, это четвертая. Теперь самому на алтарь идти. Только где он находится, я не помню. Наверное, должен быть на какой-то большой зоне. Так, здесь у нас вообще стоял NPC. Теперь его тут нет. А лифт переносит вообще в другую локацию. Я думаю, что... Или здесь вот это кладбище. Или вот здесь. Короче, оно где-то на больших участках. Его больше негде искать. Не, давай-ка мы, пожалуй, пробежим заново назад просто. Думал сократить как-то путь, но... Это вряд ли получится. Кстати, подобные крылья напоминают... игру Darksiders, первую часть. Там вроде у войны тоже такие крылья были. Что, первые площадки вот эти посмотреть? Это можно удалить. Эти, наверное, да, сходить, площадки посмотреть. Потом вот эти. Чисто по методу исключения тут только. Где-то же должны быть эти могилы в синей, причем локации быть. Ну, судя даже по фону. Так, отсюда еще выше. Сюда, сюда вроде, да? Да. А из серой локации я не могу, да, в синюю перейти. Понял. Вот Hollow Knight, кстати, были все локации почти взаимосвязаны между собой. Так. Сейчас вниз. Я думаю, что могила где-то здесь. По прямой. Но это не точно. Не, здесь тетка стояла. Подожди, а дальше? Бля, не то. Так, ну давай теперь еще ниже отсюда спустимся. Может быть, здесь они. Жалко, я их тогда не пометил. Еще одного там... какого-то босса я там не пометил. Там какие-то четыре пластинки, что-то надо было засунуть. Открывается секретный босс такой, что-то вот.
Вот они, наконец-то. Так, давай-ка я все-таки их помечу. Вот так. Ну да, мне самому придется ложиться. Еще одна локация. Подожди, где я? Ну, почти. Это я, получается, выше, где лифт, в другую локацию. Жесть какая. Ладно, что лежит-то? Порошок. Зажигательный порошок, камень. Не очень. Здесь что? Пожиратель преданных. Легенда гласит, что этот клинок появится в результате сложного ритуала дочерей ночного прилива. Они призвали темную силу, его лезвие покрылось слоем ржавчины и разложение более стойким, чем любой известный в мире металл. Материал. Похожие клинки находили на побережье Уверлима. Короче говоря, это двойной меч, что ли, или что? Подожди, а чего он там вообще работает? А, чисто на ловкость и разум. Понятно. Катану дали. Жалко, тут нельзя заново сбрасывать очки. Катана штуки хорошие. Уникальные чары, используемые для поддержки носителя шепотом божественной силы. Ладно, на что эти чары-то работают? Максимальный фокус, максимальное здоровье. Ну, не знаю. Давай, наверное, на кровь поменяем. То есть крит шанс, тут защита и фокус со здоровьем. Ну, я бы не сказал, что прям сильно его добавили. Ладно, пусть будет. Катана дело хорошее, но не для моей раскачки. Я думал, сейчас драка какая-то с боссом будет. Забавно обыграли. И это все, да? Ладно. Так, следующая у нас рыжая локация. Там один только знак вопроса. Все остальное открыто. Я думаю, синяя локация и все. Кстати, и с серой тоже. Потом на болото еще надо будет сходить. Так, сейчас по прямой. Это музыка такая была, как будто шкатулка какая-то музыкальная играет. Так, отсюда наверх, да? Потом переместимся, просто чтобы через не бежать через всю локацию. Сюда сходим. Кучу раз я тут уже бегал. Подожди. Так и не запомнил, куда идти. Точно? Ожидаемо.
Инструкция федеративного ученого. Этот чертов могильщик что-то задумал. Нужно как можно скорее от него избавиться. Как жаль, что на прошлой неделе эксперименты прошли как по маслу. Очень неудобное время, чтобы внезапно обрести разум. И еще нерожденный. Вот, в принципе, и все. Вот и весь вопрос. Их будет много. До костра добегу, и надо будет определиться, куда дальше-то идти. Какую локацию открывать до конца уже. Будем смотреть там, где уже прям совсем очевидно и быстро. Более сложными частями будем, наверное, в последнюю очередь заниматься. Так, рыжая, синяя, все. Серая тоже все. Давай-ка мы сходим на болото. А потом в желтую. Как раз у меня там в желтой локации для девчонки есть кукла. А потом к зеркалам. Здесь у нас что? Ну, тут пару вопросов еще есть. Ну и потом в зеленую пойдем. Такое ощущение, что зеленая. А потом еще у нас же этот какой зимняя локация. Там еще сколько ходьбы. Беготни. Ладно. Так, что там, болото? Или сюда быстро сбегать? Давай, покорян. Короче, буду я, наверное, зачищать пока всех мобов. Ай, про этого забыл. Отсюда. Угу. Влево до упора, потом вниз. О, этот особенно, кстати, веселый дядька. Сейчас помню, делов-то он накидал. Здесь точно все собрано? Ну да. Я помню, кстати. Просто прокачка. Пушкин апгрейд. Тогда это мы убираем. Ну, туда уже мы пойдем. О. Сейчас, короче, наверх. Хотя. Не сюда. Наверняка ключи какие-нибудь дадут, которые открывают закрытые двери. Ой, их тут тоже немало. Так. Здесь, по идее, все, только одна закрытая дверь. Здесь вопрос.
Вот здесь вопрос. А, там то ли дверь какая-то не открывается. Ну, давай сейчас по-быстрому сюда сбегаю. По-моему, здесь вот с этими. Вот он, кстати. Раз. Я пишу, тут еще есть пустые ячейки с печатями знати. А, здесь секретный босс у нас. Отмечаем. Все, теперь это не знак вопроса, это просто будет комната боевая, но... Кого надо еще убить? И я не знаю, почему-то я убил только одного. Наверное, надо всех боссов, кроме финального, типа того. Все, да? Угу. Так, теперь отсюда прямой. Берем последний вопрос в этой локации. Ну как отлично, двух ударов уже этих уродов вырубает. Как они меня бесили. Вон он, кстати. Вот он этот вопрос. Как быстро я до него добрался. Прокачка и деньжат немного. Пойдет. Так, а стенок тайных нету нигде? Такие вещи надо проверять. Так, ну и все. Эта локация, в принципе, полностью зачищена, кроме одной комнаты, где будет у нас секретный босс. А, ну еще вот одна. Как туда попасть, не знаю. Перейдем до костра и портируемся. Ну вот сюда. Не знаю, я, может быть, вне стрима как-нибудь забегаю вот в эту дверь, которая в этой локации. Вот в эту дверь. Попробую ее подергать. Но мне кажется, она закрыта. Поехали на болото. Ну, в принципе, нормально, что быстренько, чик-чик, почти все локации оббежал, все вопросы осмотрел. Ну да, точно, я же и так могу тоже. Теперь, ну тут я помню, тут лежала какая-то штука просто. Я не мог дотянуться до нее. В соседней комнате. Вот она. Там, скорее всего, или прокачка. Скорее всего, там прокачка просто. Так, теперь это можно убирать.
Вообще быстро локации пробегаются. Так. Вот здесь у нас... По мосту нельзя было пробежать. Мне кажется, это все можно отключить тут, прыгнув, зайдя где-нибудь сзади. Кстати, там есть где сзади заходить. Так. На пролом ломиться нет смысла. Что-то они задушили прям толпой меня. Эти мужики, по-моему, никогда меня толком не трогали. Они не успевали до меня дотянуться, их убивал быстрее. Вот здесь, по-моему, да, проход на крышу. Вот, можно забраться. Здесь выход на улицу. Но сюда потом. Дай-ка мы вот эту стрельбу эту отключим. Ладно. Война угроза Брэкхолла. Легендарная лужа Луиса Брэкхолла. В общем, два пистолета. Давай тут. Тут их попробуем. Как они работают. По-моему, кроме минигана тут все остальное посредственные вещи. Ой, не то. Ну такое. По два выстрела она тратит тоже. Ну, если прокачать миниган, будет топовая вещь. Это выключило всю стрельбу. Да. Ну я тут и не ожидал, то что будут какие-то полезные прям очень вещи валяться. Так, расходники всякие. Ну и все. Откуда стрельба велась, так и не я не понял, короче. Так, теперь надо по верхнему этажу пройтись. И к девчонке куклу отдать. Сколько ей надо кукол оттащить, я не знаю. Но одна точно есть. Ну давай, иди ближе. Угу. Я, наверное, полетом бы мало куда долетел. Я бы, скорее всего, бы разбился. Самое оптимальное это как раз ползти по этой, по цепочке. Еще одна цепь. А вот здесь я уже, по-моему, был. Ну да. Ну-ка проверим. Thank you.
так что не добраться. Надо в обход идти. Классика. Так, ладно. Короче, тут все. Сейчас к девчонке пойдем. Короче, я смотрю то, что я, в принципе, вот в этих знаках вопроса мало что полезное нахожу. Так. А, просто дальше. О, нерожденный. Да нет, слушай, кстати, есть кое-что полезное. А я эти вещи даже не отмечал. Лечебная кобура. Вот это здорово. Это прям то, что доктор прописал. Так, отсюда вниз. На, девчонка выше, да? Она еще и дальше, оказывается. Вот уже туда-сюда сбегал. 20 тысяч насобирал. Нашли игрушки. Дайте игрушку. От каждой найденной игрушки радостно на сердце. Спасибо, надеюсь, вы найдете еще. А сколько надо? Сколько надо ей игрушек, я не понимаю. Количество никто не скажет. Так. Возвращаемся обратно. Пробовать сюда. И вот тут еще вопрос. Причем эту комнату с зеркалами я помню. Ну, как бы локация зеркальная. Я помню там этот прыжок двойной, где находится в конце длинного коридора. Так, отсюда ту-ту-ту. Вперед, короче. Ждем. Эта дверь не открывалась. Ну ладно, давай мы сначала до вот этого дойдем. На вопрос придется все равно идти. Причем тут, по-моему, один костер что-то на всю локацию. Вот так. А, я помню, эти черепа. Они меня вели. Тетка должна была мне что-то показать. Я допрыгнуть не смог. Теперь могу. И навык есть пройти сквозь эти башни Гидры. Вашу мать.
Я понял хотя бы атаки. Не отражение, что ли, бьет, я не понимаю. Но они определенно на меня страх вешают. Иди сюда. Надеюсь, у меня не будет второй фазы. Ну прям зачистили, а? Чё, задавлю? Какое? Да? Бессонница, подвини... Ведите предвестника кошмара. Кошмар развеян. Ничего. 45 тысяч дали. Сидели, помолчали, глаз по руке покатали. Левый глаз Эска. Никакое положение в обществе или должность не могут оградить сердце от жестокого пророка. Страсть, сотканная из несгод, используемая в качестве отправной точки. Глава прихода Юнос потерял своего доверенного и сокрыл в себе еще больше отвращения к тому, кто мог смотреть на завуаль униженному и опасному. Так, но если у меня есть один глаз, значит должен быть и другой. Я оказался за запертой дверью. Может, мы какого-то Дракулу? Я не помню здесь этого мужика. Может, мы здесь какого-то Дракулу собираем по частям, типа глаз, сердце, еще что-то. По-моему, тут как-то видоизменилось. Так, ну и все. Теперь на лифт. И надо топать правый верхний угол. Трум-та-тун-тан-тун. Без костер я, пожалуй, схожу. Неизвестно, чем тот поход закончится. Всегда раздражали эти пиявки. Так, отсюда по прямой, слушай. Подожди, тут все. По прямой наверх. Эх, крылья подожгли мне. Так.
По-моему, можно через верх тут добраться. Не помню, что это за враги. Не хотелось бы с ними связываться. Они кровотечение накладывают. И это все? Просто чтобы зайти с другой стороны. Понятно. Ладно, я хотя бы сходил. Для себя убедился. Так, ну вот эта локация тоже все. Желтая тоже все. Давай сейчас на костер сходим. Можно, в принципе, вернуться, жизнь прокачать. Чё тут с деньгами бегать, правильно? Ну-ка, пойдем-ка мы кого-нибудь посетим, вдруг что-то изменилось у этих. Одна. У меня получилось вот перед Манфредом этим оружие прокачать. Лутерный меч. Ладно. Потому что я чертеж нашел в зеленой локации. Так, так, так. Это же он, да? Эфирный клинок. Чего нужно? Чертеж прототипа. Один штучка. Ой, не буду я с этим миниганом париться, там еще надо всякие эти качать. Интеллект или что там. Инстинкт надо качать. А как у меня много жизни. Теперь, наверное, 3 надо аптечки сожрать, чтобы полную жизнь восстановить. Так, она мне дала благословение инфанта. Артефакт, созданный северной знатью из тел собственных младенцев в погоне за абсолютным господством. Нерожденные наследники полночной знати, залитые формалином, говорят, это конечность части одного из таких детей. Сила этого уникального артефакта велика, но мало кто хочет им обладать. Что мне с этой рукой делать? С помощью этого глаза можно видеть правду. Я не понимаю, какую правду конкретно имеется в виду. А, так это магия на разум. Магия мороза. А я думал, эту руку тащить куда-то надо. Все оказалось проще. Pray tell.
Ладно, у него там, в принципе, то же самое все время повторяет он. Здесь у нас, да, по-моему, ведьма была? Магия. Это бомбочки. Короче, ничего нового. Ладно, пусть висит. Я думал, как-то с ней разовьют историю. Что-нибудь придумают. Нет. А тут вообще ничего не было. Так, ну и все. Так. Вот. Ну давай сначала один вопрос заберем. Локация уходит еще дальше. Ну ладно, пошли, пока ведут. Засушенная печень хладного. Разменная монета давно ушедших, хотя мутировавшие органы встречаются крайне редко. Немногие знают об их существовании, той тлетворной потаенной силе, что заключена внутри. Но те, кто не в курсе, ищет их, не покладая рук. Обладатель этого артефакта будет способен овладеть самой разрушительной и ужасной магией. Ну да, кто бы это еще магию качал? Это же магия, правильно? Нет, это не магия. Это какой-то предмет. Ингредиент, который используют ведьмы. Эту печень надо кому-то отдать. Пока денег никаких. Я не помню вообще в упор, кто из них ведьмой является. Это и ждали. И выход, скорее всего, к другой локации. Опять куклу дали. Нерожденный. О, ты смотри, сколько всего. И дверь открылась. Так. Туда вот надо сбегать. В принципе, зеленая локация у нас будет все. А, подожди. Ведьма-то у нас вот здесь висит. Я ж только что в ней был. У нее. Наверное, если ей дать эту печень, то тебя просто, да, дать засушенную печень. Две магии у нее добавилось. Но это все от разума. Это будет некуда душу тратить. Я, может быть, и разум прокачаю. Так, теперь давай к девчонке быстро сходим. Пока я не забыл про эту игрушку.
что я помню, я что-то там тащил несколько часов к этой девчонке эту игрушку. Сейчас забывал туда сходить. Чем их такую толпу поставили, я не понимаю. Столько раз тут в книге бегаешь. Дать игрушку. Вы все их нашли. Я перед вами в долгу, сир. Прошу, возьмите. Но мне не с кем играть. Мне жаль, малютка. Молюсь, чтобы ты снова обрела утешение и радость. Я так рада, что мои игрушки снова со мной, они мои друзья. До этого тут были только призраки, но лично я ни одного из до сих пор не видела. Слышала, что существуют линзы, чтобы видеть этот феномен. И что они куда-то ведут, словно карта. Но куда именно, я сказать не могу. Жаль, что у меня такой нет. Что за линзы? Я не знаю, но кажется, у меня появилась прекрасная идея. Я бы хотела заиметь такую линзу, чтобы видеть своих призрачных друзей. Возможно, тогда мне было бы не так одиноко. Я знаю, где тебе будет безопасно. Иди в особняк. Господин, вы слишком добры. Молюсь, чтобы однажды мы встретились снова в менее темном мире. Желаю вам удачи. Ну все, наконец-то с ней это. Наконец-то с ней квест закончен. Она теперь появится в особняке, но с какой целью, непонятно. Так, эти ребята, до свидания. Что у нас есть еще? Зеленый локат. Один вопрос. Ну и потом в зимнюю пойдем. Такое ощущение, что тут вот ничего нет. Тут тоже. Здесь. Так, тогда. До ближайшего костра. Да, вот сюда. Потом вниз. Придется в обход, наверное, много идти. Хотя есть двойной прыжок. Ничего не придумал. А здесь мужики добегают. Оп, я успел. Подождем. Единственное, что я тут хотел взять. Печально. Ну, короче, зеленая локация, в принципе, все у нас. Ну, тут нету телепорта к костру. Он бы очень не помешал. Так.
подытожим. Зеленое все, синее, фиолетовое все, серое тоже все. Это тоже все, за исключением вот этой двери, я не знаю. Мне неохота туда идти. Болото все, зеленое все, желтое все, оранжевое все. Возвращаемся к костру. Телепортируемся в зимнюю локацию. Да ладно. Бля, ну где ближайший костер тогда? Не забраться. Очень много обходить придется. Что делать? Ну-ка, вот здесь я смогу подняться. Ну да. Прям слышу. Вот здесь, кстати, я нашел этот меч, пилу, которая. И апгрейд там чуть выше. Я убью, потому что за него сколько? 2000 дай. Не еще выше. Каждая жердочка мобом забита, ты смотри. В зимнюю, да? А где оно начинается-то вообще? Где-то тут. Только мне не всю же надо локацию-то обходить. Так, вот два вопроса. Вот сюда надо портироваться. А что мешает вниз спуститься, да? Ощущение, что вот здесь еще что-то есть.
Теперь хотя бы этих можно доставать. Нет. Другой этот. И дальше. Другая башня. А, ну понятно. Тут у нас все. Так, отсюда вниз. Надеюсь, я смогу там подняться. Ну хотя я поднимался. Я же эту локацию снизу вверх открывал. Ух. Неплохо так пролетело. Давай вниз еще. Где-то тут вот, да. Так, тут получается с рывком прыжок нужен. И вот тут мне показалось, что что-то есть. Да. Просто бомба. Ладно. Так. Здесь все, в принципе. Сейчас надо возвращаться назад, идти вперед. И вот здесь вот смотрите. А потом вот сюда. Хотя здесь по большому счету там все открыто. Да, так забрынуть. Насколько быстро стала игра с двойным прыжком. Просто в разы. Кстати, вот тут есть еще одна дверь. Возможно, у меня от нее есть ключ. Я, наверное, туда забыл зайти. Ладно, все равно топать. Наверное, от мороза надо что-то надеть. Того. Мне еще дальше. Еще дальше. Где-то тут?
Так, давай сначала к двери спустимся, посмотрим, что там. Что тут нету? Мужик сидит. Мужика ничего нет. Полезно. И он тоже к девчонке таскал игрушки, чтобы она мне просто камень дала. Ну, я не знаю, может быть, потом как-то за нее квест этот продолжится, и она мне что-то еще даст. Там еще какая-то блестяшка была. Ну да ладно. Тут все. Кстати, осталось. Ну вот. Вопросы открыть еще на двух локациях, и все. Вот это еще две. Так, а я просто там вопрос не убрал. Так, ну что, топаем вниз, потом через лифт. Сейчас подожди. Ну да, тут есть три точки. На лифт надо идти. Долго? Что поделать? Все равно догнал. Окей. Я думал, в неоткрытых участках карты будут какие-то куски локаций с боссами. Но что-то как-то я уже сколько локаций не прошел. Ни одного босса не так не нашлось. Так, так, так. Блин, можно было портироваться. Назад. Ну, в принципе, нашел много полезного. Вроде сюда. Ага, и наверх. В принципе, разработчики могут сделать так, то что в конце будут боссы идти один за другим. Вот и все. Вон там, где три бабы стоит, и тут не мог запрыгнуть.
целый рой, короче, ведьм. Что же тут такого лежало? Том из Ойзака. Эту древнюю книгу окружает запретная потаенная сила, а истории ее не помнит уже никто. Говорят, она показывает местоположение божественных явлений, хотя никто так и не смог это подтвердить. А каких божественных явлений? Реликвии, которую ищут ученые. Ну и чё она мне тут божественного? Ты ничего не открыла же? Вот потом сюда надо будет. Это вот финальная будет локация для обследования. Тут очень много двойных прыжков и всё такого. Сначала пособираем, что уже видел. Что уже знаю. Так, вот здесь надо понять, что тут такое. Кстати, где-то тут синяя локация была с таким же приколом. Или нет? Не знаю, ладно. Так, по прямой может пройти. Потом на лифте спуститься, зайти сюда, сюда, а потом сюда. Так и сделаем. Этих ведьм, конечно, лучше это душить, а то они догонят. Подожди, а здесь что, босс был? Это не босс. Тоже не босс. А, так я подожди. Я ж тут бегал. Короче, я думаю, что сюда вот не надо. Потому что здесь две крыши просто и все. А здесь ты перепрыгиваешь, и получается, что где-то тут. Тут вот где-то ты находишься. Или от босса ты поднимаешься как-то вот так, странно. Поэтому мы сюда зайдем. И вот сюда. Короче, отсюда по прямой. Ох, как быстро скоростной лифт, да, прям? А. Я помню, я вот здесь собрать, да. Вот эту штуку не смог. Мне нельзя было запрыгнуть на балкон. Вот на этот. Морозная бомба просто. О. Еще кое-что.
Очарование восхода. Ну, это, короче, уникальный чар. Это против огня. Ну, теперь прям против всех стихий у меня чары есть. Спокойствие. Тут все. Теперь через дверь вниз вот сюда. Если тогда останется только одну локацию, то посетить, которая темно-синяя такая. Чтобы не смущало. Кстати, я сюда к Манфреду бегал. Отсюда, точнее. Я надеюсь, я что-то не глянул, я хоть правильно иду-то. Отвали. Ага. Так, ну сюда можно забраться как-то. Бегу надо было. Тут тоже какое-то тупо сокровище лежит и все. Родовой герб орденов. Когда заражение охватило эти земли, Манфред Орден изолировался в своем дворце и довел себя до безумия своей жажды власти. Эта реликвия все, что осталось после его необъяснимого исчезновения. Это второй герб нашелся. Для секретного босса. Записка слуги. Я покинул место битвы. Битвы двух великих сил, отчаянно стремящихся контролировать тайну и упивающихся собственным тщеславием. Не поддавайтесь амбициям, они могут вас уничтожить. Хорошо. Как скажете. Так, ну, тут все. Синие локации тоже покончено. Теперь надо идти только в фиолетовую. Подожди, точно? Так, это все синее. Потом ледяная. Тоже все. Ну и там остальные. Вот единственное, где я не прошел. Можно прямо сюда портироваться и отсюда начинать. Там в соборе какой-то прыжок. Пойдем девчонку посмотрим в особняке. Сходим на перерыв и будем смотреть локацию новую. О, теперь их двое. Я больше не одна, это прекраснейший миг. Я счастлива. Это не признак, а еще одна девочка, прямо как я. Дорожайший господин. Я больше не одна, теперь я могу пойти новым путем. Прямо как вы, Эрик.
И все же ваш из серебра, отмеченный предтечей моего замысла. Может, опечатка, не знаю. Я вам... А, вам стоит покинуть Иерлим, говорят. За городом есть путь, полный тайн. Добрые вести. Я могу, говорит, пойти новым путем. Они мне типа путь новый открыли или что? Или она может только этим путем пойти? Что-то я не понимаю. Так, 4, 7, 8. 8 штук еще надо собрать. Где же взять-то этих зародышей столько? Потом мне сдается, я не соберу все. О, как раз куда надо. Мне приятно видеть, что ты вернулся ко мне. Твоя приверженность долгу достойна почтения. Здорово, Альф. Найди небесный путь. Огни Илариаса проводят тебя к спасению. Ну, тут вроде ничего нового. Это ладно, она повторяет то же самое. Ну давай сюда сбегаем. А, ну тут слушай. Как раз. Записка сестры. Я должна найти взявшего на себя великое бремя этих земель. Ибо нам с сестрами нужно спасение. Часть записки невозможно разобрать из-за лужицы воска с церковной свечи. Понятно. Нет, конечно, нельзя. 58 часов, ни хрена. За 58 часов можно там две игры пройти. И то, и три. Уникальные чары, используемые для поддержки носителя шепотом божественной силы. Знания использования такой силы изучались звездорожненными в течение многих лет. А, ну это, короче, это чары на тьму. Это у нас что? Урон от тьмы. А это от огня. Классика. Ну, оставим, наверное, эти. Где тут? Короче, физурон. Максимальный фокус. И крит шанс. Все. Что надо? Я думал, эту сторону, туда локация будет уходить вообще. Ну, как бы, далеко-далеко. Но нет. Опа. Иди сюда. Ключ тюремщика. Говорят, им пользуются таинственные души. Носитель этого ключа войдет туда, откуда он доносится небесный шепот. Во врата среди корявых древних растений. Ходят разговоры о странной сущности, преследующей всех, сбивающих с толку. Она заключена в четырех стенах, там ее пристанище. А это имеется в виду случайно не... Та локация, в которой я вообще начал. Слушай, они прям заинтриговали с этими ключами тюремщика. Там вся локация вон в дверях. Ну, проверим. Да, это он. И что мне тут надо? Бесполезняк вообще комната. Ладно, пойдем в другую сходим. Ну, как я и думал, то, что эту локацию ты открываешь предпоследней. Вина у меня урона просто 900. Бум.
вернулись к началу игры. На финального босса бы не наткнулся. А тут вообще закрыт. Ладно, что там по прямой? Наверх, короче. Но все-таки тюрьма какая-то, ну, не должна быть бесконечная, большая, как зимняя локация, допустим. Все-таки будем надеяться, что она очень коротенькая, чтобы я уже продолжил дальше изучать фиолетово. Нерожденный. Сколько? 7 штук еще осталось. Это с обратной стороны открывается. Скорее всего, вот так, через верх. Что-то тут херня какая-то, правда, лежит. Целый ключ дали, там что-то. А где же я только что его подобрал, даже не помню. Ну, ладно. Бля, какие дробовиками мужики. Сейчас мы срезочку откроем. Потом туда. И хуя я пьес. Классно долбанул. Бля, жира у него. Ну, как мини-босс. Кажется, мы с подобным будем скоро драться. Только у того жира будет побольше. Думаю, да. Ну, вот она, срезка. Ку-ку. Так. Все равно, да, локация, короче, развивается, я смотрю. Неизвестно то, что я... Это финальная локация. Я тут рано нахожусь или поздно. Ну, в смысле, вовремя или рано. И типа лучше по фиолетовой побегать. Тут похоже на драку с боссом. Там закрыто. Ну, пойдем наверх, сходим. По мне для прокачки напихивают, скорее всего, что-то, по-моему, это финальная локация. Перед боссом должен быть костер по-любому, так что вернусь, если что, фиолетовый обратно. Тысячу за него дают. Да. Одна из последних по-любому локаций. Ладно.
О. Целительная инъекция. Но здесь босс будет. Блин, а тут комнатушек разных. Ладно, хорошо, давай все обойдем. Может, и нету босса. Это не стенок потайных нету, ничего нету. О, точно, можно их через решетку лупить. Мне теперь меч позволяет. Кто-то кашляет. Ай. Главное вот этого большого мужика первым замесить как можно быстрее. А то он натворит делов. Опять не успел. Так. Сейчас надо направо сходить еще. Основной проход налево вообще идет. Я сейчас не мог запрыгнуть. Нашли кого поставить сюда. Я так и знал. Ну да, я отсюда и выйду. Или отсюда, или отсюда. А здесь тогда куда? Наверное, еще как-то дальше. А теперь то, что я двери не закрыл, они теперь все просто так тут ходят. Я понял. Я не помню, что делает кровотечение. По-моему, прыгать позволяет. Я лучше подожду. Этого еще можно убить. Следующего лучше ждать. Но мало ли сейчас придется активно прыгать.
кстати, есть же пули. Что делаю? Аккуратней их. Оп, оп. Так, сейчас еще протейку подвезут. Кто бы сомневался. Самых жирных и самых бешеных сволочей. Так, ну давай на тему тогда. Минус один. Ну пока есть вот такие вот площадки, они ничего мне не сделают. Максимум шариком запустят. Херня-то какая. 50 тысяч. Тут у нас родовой герб Волринов. Леонард Волрин по какой-то неизвестной причине подарил свой родовой герб Ладоку. Известно лишь то, что он безоговорочно доверял Ладоку. Герб пропал вскоре после исчезновения Леонарда. Он был поглощен тенями, новой сущностью, созданной тем, кто заглянул за завесу. Второй герб найден. Еще один. Надо хитро так прыгать. Жди. Надо этот опять выполнять этот двинутый прыжок. Вот любят разработчики этот прыжок очень сильно. Понятно, куда я иду. Ну, чё не запрыгнул? И крыльями, и рывком я могу пользоваться один раз, отрываясь от платформы. Да, и все, не работает. Неужели? Так. Ага. Это сюда дорога ведет. А еще дальше. Я думал, кстати, я с одного только выхода выберусь. Гул стоит в ушах. Не очень-то приятно. Это вообще центральный зал. Да.
Че, я думаю, надо бы вернуться к фиолетовой карте. И потом проходить уже это. Просто потому, что фиолетовая открылась раньше. Вообще посмотрим, как там события будут развиваться. Может быть, действительно она будет вести в разные локации еще. Вот сюда. Только знак вопроса надо убрать. Сейчас вот тут попробуем пройти. Да нет, тогда надо сюда апортироваться и как-то здесь проходить. Ну так или иначе, это срезка будет. Здесь непонятно, что за дверь. Вот здесь и здесь прыжок. Ладно, давай, сейчас через 3 минуты продолжим. Я сюда так и попал. Ну-ка посмотрим, вот эта дверь работает, нет? Она открывается с другой стороны. Сейчас тогда портируемся. Я в ту сторону схожу.
Чё они тут все злые-то такие? Ах ты, тварь, а! Ну? Ладно, пускай хотя бы сюда скинет. Ну и в принципе все. Мне хватит жизни, надеюсь, хватит добежать-то до костра. Все, и всякие бафы с меня снимутся. Так. Ну-ка, давай вот эту дверь проверим. Понятно. Этот вопрос тоже убираем. Через верх, вот сюда. Тут какая-то ерунда стопудово валяется. Пули. Ничего полезного. Так. Убираем. Теперь наверх. Ну и все, тогда только останется фиолетовая на локации. И гербы запихивать. Чё ж вы все летаете-то, а? Да ладно. Ладно, я знаю тут как. Хотя, блин, тут тоже дверь. Сейчас отстанешь от меня, нет? Понятно, просто так сюда пришел. Тут просто табун на вынос вообще. Давай ближе. Да.
Народу было полно. Но они специально туда поставили много людей, чтобы это... чтобы тебя скинуть оттуда. Я понял, что это за проход. Не, возможно, эта локация длиннее, чем я думал. Что, босс будет? Скорее всего. Подожди, если вниз. Да, отстань ты. Бля, будем надеяться, что я туда смогу добраться потом. Они уже вообще не стесняются мобов накидывать. Я думаю, знакомый топот. Ай. Ну и чё, я сюда куда-то прусь. Всё, иду, иду. Полчища мобов истребляю. Зачем? Письмо гражданина. Здесь царит странная иномирная аура, простирающаяся далеко и скрывающая все вокруг. Свет манит оружие из несокрушимого льда, искушает и насмехается над теми, кто пытается им завладеть. Невежество и гневит небожителей, а он считает их недостойными и наказывает за ложные выводы. Стигма катализа. Сила врагов усиливает носителя этой стигмы и временно ускоряет его атаки, не влияя на здоровье. Так, а вот это, кстати, интереснее, по-моему, чем щит. Я вот где очутился. Так, ладно, пошли обратно. Я думаю, сейчас все-таки драка с боссом будет.
Нет тут никакого босса. Долбали, а, эти мобы. Да куда ты? Шо, чекпоинт был? Не вижу смысла с ними драться. Ладно, там все равно по-любому вниз не упасть. Пока, пока вниз спать. Ага. Их не зря тут поставили, чтобы ты перепрыгнуть не смог. Хотя подожди, может быть наверх все-таки попробовать дальше. С этой стороны не откроется. Я понял. С какой тоже непонятно. На всякий случай. Короче, две больших локации. Скорее всего, еще. Может, а это что-то не заканчивается. И там еще в тюрьме неизвестно, что там творится. Классика. Там она тоже будет развиваться, локация ниже. Давай попробуем хотя бы здесь до тупика дойти. Угу. Скорее всего, я вот это вот все должен обойти в обход, чтобы вот так вот ее открыть. Thank you.
Я думаю, пошли они все с толпой в жопу. Все равно, если подохнешь, заново их мочить. Мне просто дают комнату. 50 мобов в ней. Толпой давят. Одна из дверей. Этажом выше. Здорово, Рисак. Ладно, поехали. Так получается, я одновременно открыл две двери, что ли? Ну да. Одна вот здесь открылась. Там уже никого. Вторая открылась этажом выше. Вот тут. Полный набор, кстати, этих, как его, максимальный набор патронов дали. Типа все, это тут. Конец, больше не возьмем. Сколько там, я не знаю, но все равно этими патронами не пользуюсь, так что без разницы вообще. Они бы лучше аптечек накинули, я думаю, максимальное количество будет 15. Ты про Lies of P, что ли? Я уже не помню, как там что оружие выглядит. Босс. Ладно, извини. А, свежее мясо, свежая кровь. Будет ли еще? Кто ты? Что ты ищешь? Все потеряно, разве не видишь? Осквернено, мертво. Думаешь, ты излечишься, станешь лучше? Сейчас мы, блядь, тебя вылечим. Посмотри на меня. Ты мелкий, ничтожный человечишка. Говорят, что все закончится и что мы снова заживем. Но мы будем жить снова. Джунас спасет нас. Он станет больше? Да, нет. Слушай, а жира у него достаточно. О! Ну-ка, напизнем ему, бля, я просрал момент. Ай-яй. Короче, его можно выщелкнуть. Это хорошечно. И бьет он по два раза. Сейчас, подожди, я прочитаю твое сообщение. Ёлк. Чё там? Прикольно. Он разговаривает, вылечить его надо от уродства. Ты про эту игру? Или про Lies of P. Мне чем-то Дракулу Брэма Стокера 92-го напомнил, который Гарри Олдман играл. Такой же задротыш. Вот так и читаемы. А сейчас не очень читаемы. Ни хера себе. Серьезно. Бля, там 83 тысячи. Давай-ка мы сходим, прокачаемся. Что-то не хочется их просрать. Я не знаю, как это блочить. Оба нечего.
КПшечка. Чи. Так, и надо бы хилов взять. Давай штук 40, наверное. Вот так, 350 будет в запасе. Тут он тусит. Да-да-да, их надо покупать, либо выбивать, но выбивать уже практически не получается, так что... Так, он же вроде на тьму. Я вот не заметил, он кровоток делает или нет. Ладно, пока так. Короче, физурон, физзащита, урон тьмы. И крит шанс поставим. Подожди. Физурон, тьма и крит шанс. Все. Эту петушню можно убрать. Против него по-любому что-то есть еще эффективное. Может быть даже какую намазку потом попробовать. Ладно, пока так. Половинку-то я у него снес. По чуть-чуть голову. Да, кровоток он накидывает. Потихонечку, правда. Крица слабит, мягко, не нарушая сна. Но от него можно большие куски отрывать, если его выщелкнешь. Дай-ка полечимся. Все равно задел. Оп. Еще, блядь, кусочек оторвал. А, ну тут понеслась. О. Дресня это закончилось, все. Но он сейчас больше стал вроде как на тьму дамажить. Да. АП не жадничаем. Надо его просто походу валить от него. Он так поменьше лютует вроде. Ай-яй. О, тихо. Кусочек. Хрясь от нее. Давай, молодой человек, ты уже отъедешь в мир иной. Конечно же, надо под конец имбануть как следует. Зверь внутри. Победите хладного зверя. Ну, хорошо. И скверно изгнана. Задушенная печень хладного. Короче, мне дадут через ведьму какую-то очередную эту какого. Магию. Скорее всего, так же по земле месить. 30 тысяч дали за него еще. Я не знаю, нахрена мне эта магия, я все равно ей не пользуюсь. Надо разума вкачать еще где-то уровней 50, чтобы эта магия нормально раскрылась.
Ну, либо играть конкретно изначально от нее. Но поначалу будет очень тяжко. Что, еще босс, что ли? Лина, будь внимателен. Ты не достоин того, чтобы быть в этом святом месте. Обыкновенный Никторн, рожденный служить законному владыке Ладдоку. И ты будешь служить во имя Юнос, не стоит сопротивляться. Короче, понятно. Весь пантеон пригнали сюда. Ничего, что у меня хилов мало. Ой, ей бы, конечно, хорошенько меч бы зашел. Который когда-то там давался. Я уже дрался, кстати, с ней. А, не в ту сторону воюем. Слушай, Эй, чё не лечимся? 4 раза, пожалуйста, пролечилась. Только сейчас вот сообразил. Горел. Мада тожогов теперь пилюльки. И на маску морозную. Чё-то как-то такое. Естественно, если ты пользуешься намазкой, она будет гораздо жестче тебя лупить. Понятно. Классика. Не используем намазку. Хотя. Ультра килл. Ну, лечись, урод. Какую-то херню она готовит. Ловушки стопудово, ну. Тут все вместе, блядь.
Чё ты не присел? Почему так всегда? Сначала начинаешь вроде хорошо, а следующие попытки как-то вообще ты лют рассасываешь. Хитро. Давай, кидай. Надо чуть-чуть попозже кидать. Да блин, он сразу же кидает. Тут надо в такой квадратик маленький уместиться. Это просто беда. Так, подожди, я много пропускаю. Она, скорее всего, всегда будет тебе перепрыгивать эти гранаты свои. Это жопа. Тварь, она всегда попадает в тебя. Что такое, что ощущение, что за ней будет еще босс. Их типа надо залпом пройти несколько штук. Ну, через чекпоинты, конечно.
ну чё не присел-то? А в другую сторону как-то уходить. Привет, игрок. Что там? Crash Royale. Какая-то игра. Эй, да присаживайся. Печально. Бля, когда мы с ней на платформах драли, она была чуть это, чуть поудобнее. Как-то надо вовремя так от нее кувыркаться, чтобы она не попадала, а она попадает. Точка, я ожогой вешаю, вот это плохо. Ну давай ты. Жри, быстрей. Вообще петушку мне оставила просто. Ее как-то надо очень быстро мочить. А то она начинает бесноваться по углам. Кстати, есть же берсерк. Сейчас как мы ее отмудохаем. Вообще улет. Так, подожди, лечимся. Да, блин, я не успел. Так, ну, надо попозже, наверное, да, берсерка? Чтобы вот прям под финиш ее запинать просто. Все равно берсерка я могу один раз использовать только. А вот это что у нас? Это магия пососная. Давай постреляем чуть-чуть. Если средства хороши. Ну, чё же, долго присаживается. Ну, то я хотел. О, на косарь я у нее снес. Ну-ка, давай, берсерка. Эй, а берсерка я не могу. У меня дури не хватает, блядь, и он не присаживается. Игрок Clash Royale. Я тебе сказал уже привет. Давным-давно. Thank you.
Ощущение, что тут имеет место быть прокачать миниганса. Так, давай без супер ударов, короче. Все равно тяжеловато мне по ней попасть ими. Сука, ожог повесил. Да твою же мать. Ну. В инвентаре запутался. Так, вот сейчас надо в кратчайшие сроки ее замудохать. Понятно. Я просто, наверное, я успею столько пилюлек сожрать и от огня, и от тьмы сразу. Слушай, но у меня же есть чары, кстати, на огонь. Ну давай стрелять. Хрена, она мне перепаяла просто. Ну. Попробуй еще раз. Тут вообще какая-то каша просто начинается потом. Чего не успеваешь? Так, какие мы чары можем убрать? На тьму по-любому оставляем. Тут есть шанс. Пизрон. Пробуем такой связки. Ну-ка, стой, подожди, крит шанс есть. Из урон. Мне надо чаще критовать. Что-то этой чары тоже такое себе, я смотрю. Она как сносила у меня, так и сносит. Просто она чуть меньше, а чуть быстрее. Короче, у меня снимается баф ожога. Так вот в идеале надо уворачиваться от нее. Как терминатор просто. Так, чё, давай берсерком добьем.
Был шанс. Ну, как он долго лечится, бля, жопа какая-то. Все. И просрал я всю анимацию. О, кстати. Ну это плохой трай, короче говоря, но по-моему я могу вот это вот ее дерьмо перепрыгивать. Так, что придумать-то? Крайне аккуратно надо прыгать через это все. Под сучку попал. Давай. Последняя подача. Есть. Победитель Ину месть падших. Хорошо. Верно, изгнана. Владыка Ладок, я вас подвел. Ты Никторн. Никогда нам не стоит не забывать, не прощать. Ты должен узнать свое место среди прокаженных. Простой Никторн не имеет права на власть. Не говорите, что сейчас еще один босс будет. Хер не дают. Да. Еще один босс. Постилки. Тихо, тихо. Нет, это еще одна локация. Да вы издеваетесь. Ой, их, ребят, я уже видел. Бля, мне бы до костра добраться. Так, стоять. Да. Я постою. Тут главное не торопиться. Надо по прямой добраться до какого-нибудь костра, там уже посмотрим. Вообще я бы в локацию с тюрьмой бы сходил. Вот этого всего как-то попахивает финалом.
Записка священника. Только на вершине этого святого места плотское и божественное начало могут соединиться воедино. Хаос прошлого эхом отдается в этих стенах. Несмотря на это место нужно изучить. Цеполкри, нашего путеводная звезда, на обнаружившего подобное место должна снизойти благодать, как телесная, так и духовная. И мы поднимаемся. О, вообще другая же локация, точно. Еще один чекпоинт. Просто дело в том, что если я сейчас выключу игру, я буду проходить это заново. Я так не хочу. Что бы я делал, если бы у меня сейчас лечилок не было? Вот этих вот заначки. Бля, может туда сходить? Так-то 80-ка на кону. Я что, есть только что? Пойдем в другую сторону сходим. Мы огненные чары меняем на кровоток. Пока так оставляем. Посмотрим, что будет. Сейчас у меня баф слезет этот. То мало ли что. Сейчас лучше не рисковать и просто до костра дойти. Да, на меня тьма висит тогда. Крови стоишь, на тебя один баф слезает, а второй вешается. Отлично. О, наконец-то. Все, нахрен надо. А, эта локация будет уже потом. Надо тюрьму до конца пройти. Но это уже тогда, в следующий раз, завтра, может. Где она вообще? Тут она. Влево надо, в тюрьмы уйти. Там, наверное, босс будет. Пойдем-ка пока прокачаемся, чтобы напоследок. Капец, тут локации просто жопа. Сначала. Что там у меня по аптечкам? Семьдесят шесть штук я потратил. Ну, такое бывает. На боссом на одном боссе засядешь, а потом начинается. Так. Подожди. Я еще вот эти дела израсходовал. Вот так, допустим. Огненные постилки пригодятся. Все равно эти чары, они практически не помогают.
только 8 уровней жизни поднять. И можно... Еще 8 уровней поднять, и можно просто от балды качать магию. Вряд ли она мне, конечно, когда-то поможет, но... Потому что что-то игра не собирается заканчиваться. Мне из одной локации иду в другую, в третью. Хотя, в принципе, тут еще есть полчаса. Давай, наверное, пройдемся по тюрьме. Если будет босс и не получится его пройти, мы тогда его пройдем потом. Если что, потом уже конкретно начинать только с этой кровавой локации. Так, отсюда сразу направо до упора. А, это все, что ли? Нет, подожди. Да, это все. Ну-ка, давай здесь это еще посмотрим, конечно, но походу локация. Типа я из-за такого маленького кусочка сюда перся. Серьезно? Прыжочки мудацкие. Так, как я делал-то? Надо вовремя все прожимать. Ощущение, что какое-то запоздание идет. Или мне уже кажется. Ну, блять. Почти же. Причем он не сразу срабатывает. Наконец-то. О, с первого раза получилось. Следующий. А. И все. И все, почему она недорисованная была. Больше тут нечего делать. Где это вообще кровавая эта локация у нас? Она же вроде из фиолетовой выходила-то.
Здесь босс с эмблемами. Тут непонятно что. Так, двери везде открыты. Пока что. Одна единственная дверь, по-моему. Вот эта. Так, вот здесь. Тут тоже все открыто. Здесь тоже все удивительно, ну да. Короче, вот эта вот кровавая эта локация, она последняя. Пройдя ее, откроются вот здесь ворота. Ну только когда. И она, не исключено то, что из нее будет выход в другую локацию. А потом еще и еще. Сколько локаций, я не знаю, но. Боссов я сегодня только. За сегодня троил. Ну так. Только троих. Положил. Где-то так. Продуктивно, короче говоря. Лучше, чем целый стрим Манфредом сидеть. Короче говоря, раз путь, два, три. Что-то он туда не хочет идти. Я же оттуда пришел. Да, посмотрим, что наверху. Долго он заряжал. Сейчас мы срезку откроем. Подожди, только не дохни. Да как их дохера тут просто. Просто дохера. Уже реально какой-то слэшер начинается. Хоть ожог не повесил. Да, вот эти ворота. Мы их открываем. Собор. Так, тогда. Локация еще повыше идет. Она многослойная, вон я вижу то, что на люстры можно забираться. Mm-hmm.
Здесь все равно тупик. А дальше-то куда? Ай, тихо. Нахрена я подпрыгнул? Забава эта собора будет в том, то что тебя будут все пытаться оттуда ну, сбить, кинуть. Куда можно выйти? Локация в локации. Издеваетесь. Что это за чучело? Таких четверо надо убить, епископов. Классика. Не падать вниз в этой игре. Надо запомнить как-то. Ай, ладно. Вот эта локация будет огромная по-любому. Все-таки четверых надо убить. Ладно, будем на этом закругляться. Ну, вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.